И о погоде. Дождливая погода ожидается в начале недели на большей части Казахстана. На северо-западе, севере и юге страны синоптики прогнозируют грозы, град и ветер. А на юго-востоке местами ожидается мокрый снег. Лишь в западных областях сохранится ясная погода без осадков. В западно-казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.